Всем привет! Вышло новогоднее обновление в игре «Малыш в желтом». Ну, давайте сегодня сыграем в это обновление. Буду проходить с самого начала. Ночь первая. Сейчас у меня будет. Смотрите. Вот и то самое новогоднее рождественское обновление. О, вот и елочка. Время украшений еще не пришло. Это дар врача, но он пока что мне недоступен. Нужно освободить еще 3 души. Ну что, наверное, можно начать проходить. Пройдите рождественскую главу, чтобы открыть. Я тоже буду проходить скоро. Так, ну давайте начнем. Чё? Тебя покормим. Сейчас сделаем все основное, что нужно. 6 душ вы можете освободить в доме. Остальные 6 будут в 2 последних завершающих глав. Безумие Пикмана и выход. Найдите книгу сказок, вот и все. Сейчас мы прочитаем тут, что там происходило в далекой стране. Все. Дождитесь родителей, посмотрите телевизор. Ну, что скажу. Выглядит-то неплохо, на этот раз они как-то получше тут все украсили. Плюсом еще и добавили рождественскую главу. Но ночь еще не завершена, это точно. Нужно подняться наверх. Но я не знаю, он там будет сейчас. Да, он внизу. Нужную игрушку просит. Попробуем эту. Ну все. Посмотрим телевизор. Малыш там наверху дверь открыл, конечно. Ну ладно, я ушел спокойно. А чё? В общем, сегодня я полностью прохожу игру The Baby in Yellow. Новогоднее обновление. Так, возьмите бутылку в холодильнике. Это уже ночь вторая. А, потерялась, да? Бутылочка. Где-то здесь, может. Нет, ее здесь нет. Вот, он уже тут. Ой. Все. Так, сейчас идем делать... Идем менять ему подгузник. Подгузник от меня убегает. Ускочил от меня. Вот. Ударился. Сейчас поменяем подгузник. Ну, посмотрите на его лицо. О, демонские глаза. Книга сказок. Сейчас снова ему прочитаем, что нужно. Сейчас игрушку попросит, наверное, да? Да, все правильно. Продолжаем читать.
все. Уйти, закрыть дверь. Посмотрите телевизор. Кто у двери? Там доставка. Все, теперь можно наконец-то посмотреть ТВ. Ну а можно еще подняться наверх. Еще раз посмотреть на кота. Черного кота, который приближается. А, смотрите, пройдите рождественскую главу, чтобы открыть. А так я не смогу посмотреть уже, да? Но мы... Ладно, мы уже это видели в прошлых видео. Ничего страшного. Ну ладно, пойдем посмотрим ТВ тогда. Дальше ночь третья. Так, все, идем наверх. Сейчас его нужно будет успокоить. Найдите что-то поесть. Может быть, сырный тост? Ну, наверное. Тут можно начинку взять. Ой, лучше бы сыр сначала положил. Ну ладно, без разницы. Ну как-то так сделаем, в общем. Смотрите. Покормим малыша чудовище. Что мы сейчас делаем? Мы идем в самый конец холодильника. Почему-то коридором как-то начал отображаться. И лоп, все. Надо обойти немножко, чтобы выйти отсюда. Вот, он уже разозлился на меня. Ну, сейчас уже начнется. Уже начнется. С малышом творится что-то неладное, наверное. Сейчас я буду быстро следовать наверх, чтобы, конечно же, его успокоить. Либо он взбесится здесь. О, игрушки у меня летают. Появился тут сразу, да? Прям отлетел. Ну, сейчас еще что-то появится, смотрите. Идем к нему. Принц и овца. Книга сказок. А вот его демонские глаза как раз. Игрушки. Ну, он уже какой-то... Какой-то он... Ну, в виде демона, что ли. Ну, ладно, давайте читать дальше. Ну и сейчас завершится третья ночь уже. Три ночи уже пройдены. Доброй ночи. Дальше идет глава «Безумие Пикмана». Вот, приближается черная кошка. Март 2023. Новые зоны, головоломки, костюмы, многое другое. А, почему? Подождите. Ну-ка, я же могу... Включить дальше, да? Безумие Пикмана. А, вот. Смотрите, вот идет продолжение. В общем, что мы делали? Мы зашли в лифт. Но после третьей ночи мы должны будем зайти в лифт. Мы следовали за белым кроликом. И из квартиры мы зашли в лифт. Чтобы сбежать, наверное. И лифт сломался.
Вот, найдите другой лифт. Кстати, тут... Тут дверь. О, вот и душа. Вот я тебя искал как раз. Искал как раз эту душу. Шляпа разблокирована. Ну, идем сюда. Все, дверь закрылась. Привет, у тебя ключ как раз. Но я его, по сути, не смогу поймать. Поэтому сейчас будем заставлять тут ноты, да? Сейчас я их тут все соберу. Так, и вот. Ну-ка, душу отсюда уже забирал, да? Играть. Сейчас он появится. Вот он. С ключом такой. Ну, подождите. Это еще не все. Я вот не, пока что не могу поймать. Нажимаем тайный выключатель. И следуем сюда. Сейчас я возьму пластинку Пикмана. И, конечно же, привлеку малыша самого. К музыке. Ну и, конечно же, заберу ключ. Пробуем. О, забираем ключ. Сразу сюда. Вызов лифта. Желательно, чтобы работал. Навряд ли, что он будет работать, конечно. Вот. Света нету. Ну, черт, света нет. Идем сюда. Будем сейчас все чинить тут. Ну, сейчас, конечно же, будет малыш тут не мешать, как всегда. Предохранитель он мне забирает. В общем, мне нужно его туда сбросить. Смотрим. 17, 43. 43, 17. Вводим код. Все. Ну-ка, вот. Куда? О, прям громко его слышно. Все. Надеюсь, теперь работает. Так, душу я отсюда тоже уже вроде освобождал. Тут ничего я не найду, наверное, да? В общем, мне нужно собрать все 12 душ, чтобы разблокировать дар врача. Ну, сейчас малыш самого демона, наверное, превратится. Ну вот, сейчас вы увидите. Вот. Я быстро убегу, конечно. Вот, вы увидели. Успел показать. Короче, убегаем, если... Ну, эскейп. Ну, выход будет у нас. Я на месяц и треугольник. Быстрее. Убегаем. Все. Я успел. Я успел зайти в лифт. Дальше идет последняя глава, выход. Не бросай меня, оставайся здесь навсегда. Смотрите, мы находимся, ну, в каком-то альтернативном мире, что ли, видите? Все поменялось. Ну, наоборот, малыш тут танцует. Ну, пусть танцует дальше. Веселится пусть. Смотрите, лифт прям в квартиру.
Пусть веселится тут. А мы идем спасаться от него, наверное, да? Сейчас нельзя делать то, что просят сделать. Искажение, да? А тут душа может быть. Вот она. Так, в телевизор нельзя смотреть. Смотрите, тут сколько телевизоров. Ой, главное пройти. Пройти. Здесь много экранов. А, не сюда, точно. Вот. Отворачиваемся. Ой. Малыш. Нет. Проходим. Вот, неудача, видите, пишется. Но я делаю все правильно. Длинный коридор и много дверей. Ну, скажи мне опять, да? О. Берем малыша. Сейчас будем его сбрасывать. В кровать его нельзя ложить ни в коем случае. Вот, последняя душа. Дар врача разблокировано. Я это смог сделать. Первый раз, конечно. Я это сделал сейчас. Все, я прохожу вперед. Малыш так просто от меня не отстанет, конечно. Бойтесь. Это тоже нельзя делать. Не боимся. Не боимся. Сейчас будет еще погоня. Начинается, смотрите. О, увидели. Направо, направо только. Быстрее вот сюда. Все. Вот и малыш. Он от меня не отстанет никак. Сейчас будем снова убегать. Все, сейчас движемся к выходу быстро. Тут обходимся. Паровоз. Проходим. И тут тоже. Все. Беги, маленький кролик. Ты не единственный, всегда будет еще. Все. Малыш в желтом, The Baby in Yellow. Новогоднее обновление пройдено. Все, можно вернуться к первой ночи. Мы разблокировали дар врача. И у нас еще будет в следующих видео рождественская глава. И мы будем проходить, короче, тут много чего я открыл. Будем проходить с ультранизким разрешением. Большая глава малыша тут есть. Черно-белая тут, да. Дар врача. Короче, много чего я разблокировал. Все это обязательно посмотрим в следующем видео. Вот, мы уже снова здесь. Давайте мы на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.